Впервые Крымский федеральный университет стал площадкой для летней школы обучающихся общеобразовательных организаций «Вернадский старт». Самое главное, чтобы они смогли в течение следующего года, ведь это только 10 класс, определиться, где они будут учиться. И мы стараемся показать лучшую базу, обновленную базу университета. Я думаю, что в следующем году, по окончании 11 класса, большинство из них мы увидим в наших стенах. После торжественного открытия школы ребята отправились на первое занятие в Музей истории КФУ. Там участники школы ознакомились с вехами становления университета. На факультете информационно-полиграфических технологий абитуриенты приняли участие в мастер-классе по изучению печатных процессов на примере создания записной книжки с оформлением ее офортной гравюрой. На самом деле они очень довольны, потому что они все шли, они нервничали даже некоторые. Ой, что же мы там увидим, что же там будет, ой, как все интересно. Вот, поэтому это прекрасная возможность. Большое спасибо Крымскому федеральному университету. 70 школьников старших классов проведут 3 дня в стенах Крымского федерального университета. Каждый день будет насыщен интересными мероприятиями, интерактивными занятиями и мастер-классами. Я решила посетить эту школу в силу того, что мне интересно узнать, что находится в этом университете в целом, что они могут мне дать в будущем и что я могу также получить. Закрытие летней школы «Вернадский старт» пройдет в научной библиотеке университета, где все участники получат сертификаты и памятные подарки. Алена Арцебашева, Николай Шульга, Сергей Мельник, пресс-служба Крымского федерального университета.